Компания «Электромотор» представляет торцовочную пилу JET GMS-10. Пила GMS-10 предназначена для выполнения поперечных распилов древесины, а также пилений под углом. Модель пришла на смену пиле GMS-8 и отличается более крупным пильным диском. Кроме того, внесены усовершенствования в систему зажимов заготовки. Рабочее поле пилы регулируется по точной шкале. Благодаря этому меняется угол распила. Кроме того, регулируется угол наклона самого фрезерного диска. Твердосплавный диск пилы JET GMS-10 защищен специальной пластиковой крышкой. Удобная кнопка включения расположена прямо на рукоятке. Также опускается пила только при нажатии блокировочного устройства. На станке установлен однофазный электромотор мощностью 1,4 кВт. Частота вращения пильного диска составляет 4500 оборотов в минуту, что позволяет делать быстрые пропилы в древесине. Следует отметить, что электродвигатель имеет встроенный тормоз, который останавливает диск за считанные секунды. Удлинение стола в 730 мм образует удобную площадку для заготовки древесины. Сверху на станке расположен патрубок для подсоединения шланга стружка-отсоса JET GTC-500 или шланга промышленного пылесоса, либо установки небольшого мешка для пыли. Компания «Электромотор» представляет всю модельную линейку станков JET со склада в Киеве. Гарантийное и послегарантийное обслуживание. Контактный телефон компании 5 30 38 Киев.